где-то на второй план, то есть там родные, родственники, друзья, то есть ты полностью погружен в те, там, не знаю, проблемы, в те ситуации, которые происходят на проекте. Вот, поэтому мы практически сейчас с ней не, даже не то, что практически, мы не общаемся. Не знаю, вот сейчас прилечу в Москву, не знаю, может быть, как-то связаться с ней. Ну, как бы я вижу, что с ней что-то происходит такое. Ну, вот мне присылают видео там, да, что происходит. Ну, я, конечно, понимаю, с одной стороны, что это проект, а с другой стороны, ну, я не знаю, что я могу сделать. Приехать забрать ее, ну, тоже, я не знаю, имею ли я на это право, если это ее, как бы, решение, да, там находиться. Возможно, ну, я не знаю, может быть, родители как-то, да, увидят, что там плохо ей там или неплохо, и примут какое-то решение, забрать или нет. Выглядишь потрясающе. Какой красивый мальчик. Почему дочку так назвали? Имя предложил Роберт. Вот, у нас было очень много вариантов. И говорил, 85, по-моему. Вот, из них мы как-то вычленили... 75. Мы как-то из них вычленили 5 таких более-менее подходящих. Как только она родилась, мы посмотрели, из этих 5 уже выбрали то самое имя. Имя предложил Роберт, Маркус его утвердил, и в итоге мы как бы его... выбрали это имя. Нет, тебе оставалось просто выбирать. Роберту починили тапик или опять новый телефон? А, нет, у него тапик, хотя он хочет себе обычный, да? Он уже жалеет о том, что он... Не тапик починили, а сенсорный. Он... Так сенсорный не починили тебе, ты его утопил последний. А почему говорят сенсорный... Ой, тапик починили? Ну, потому что ты его ронял. Он нет, жутен. Я его утопил. Этот не так. Короче, он уже запутался. Короче, смысл в том, что он жалеет уже. Я считаю, для него это огромный просто урок, потому что он жалеет, я уверена, о том, что он один телефон сломал, другой утопил, уронил и так далее. Я ему много раз говорила. Было очень много таких историй, когда дети брали телефон в ванную, и даже есть смертельные случаи, когда там на зарядке, не на зарядке, в общем, убивало током. Я ему всегда говорила, не бери телефон в ванную. Он, мам, я прям в ванную не беру, он вот далеко стоит, и далее говорю, не бери. Минимум, что может произойти, это то, что ты его просто утопишь или сломаешь. Максимум, это, ну, ты повредишь там, нанесешь себе какой-то ущерб, вплоть там до летального. Не слушал. Летально, то есть я летать могу из-за электричества? Не послушал меня этот маленький человечек. Вот в итоге сейчас без телефона. Хотя хочется я как бы, да? Я его утопил в ванной. Хочется как бы, я уверена, ему и играть в телефоне, и смотреть что-то. Но зато у меня есть PlayStation. Балуете ли Роберта или строго воспитываете? Слушайте, у нас как-то так балуем. Получилось... Балуем. Получилось так, что я добрый полицейский, Маркус злой полицейский. То есть мы как-то... Но все равно мы стараемся, я стараюсь поддерживать одни и те же правила в семье. Ну, то есть, потому что это важно. Потому что если папа говорит одно, мама говорит другое, то у ребенка начинается рассинхрон. А как правильно, да? И ребенок старается больше в чью-то сторону. Что если там, например, папа поругал... Больше Маркус. Я знаю, что мама как бы меня пожалеет, она разрешит. И все равно, ну, ребенок не понимает разницу между... плохо, хорошо, наказание, поощрение и так далее. Поэтому я, конечно, стараюсь придерживаться правил, которые у нас есть в семье, но иногда, конечно, мое мамино сердце, я вот, ну, иногда бывает, что я жалею. Но в основном, конечно, дедушка какой полицейский. Если вы про моего папу, то он, наверное, рай. добрый. Рай. Да, добрый, рай. Он балует. Не знаю, может быть, все дедушки, бабушки как бы балуют. Почему Маркус, если Максим? Потому что это его псевдоним. Почему тогда Алиана, а не Алина? То же самое у меня как бы... Мы сейчас в Волгограде. Потому сначала... что Алиана — это полное имя, а Алина — это сокращенное. В общем, мы сначала были у моих родных, вот, сейчас мы у родных Маркуса. Вот, ну, скоро полетим, я полечу, в общем, в Москву. У нас, там есть, пару дел. Потом, надеюсь, что мы вернемся и будем уже... решать все кто остальные мы? Дела здесь. Я не поеду. Маркус не отец Роберта и не имеет прав его оскорблять. Он сам еще не вырос. Ну, Роберта никто не оскорбляет. Это, да. Во-первых. Роберт, тебя кто-то оскорбляет? Ты. Ну да, только я, подписчики. И подписчики, да. Ну, не подписчики, а хейтеры. Хейтеры, понимаете? Только я и хейтеры. Ладно, ты мне не оскорбляй. Роберт и его комментарии топ. Ну, слушай, ну, они могут подумать, ну, хотя большая часть вас уже понимает, что... И у нас такой юмор, и у Роберта уже такой юмор. Если честно, то он иногда шутит, и я не понимаю реально, а шутит он или нет. То есть вот настолько он... Например, почему я вижу другой дом? Вот. Ты и подписчики, да. Только я и подписчики. Вот. У Роберта есть хейтеры? Роберт, у тебя есть хейтеры?
Ты мой хейтер. Дед общается с Микаэлем. Ольга Васильевна к вам едет уже. В смысле, Ольга Васильевна к вам едет. Будущий блогер. Слушайте, я ему недавно предложила, мы вчера делали пиццу с детьми. Я говорю, слушай, а может быть тебе стать фуд-блогером? То есть ты можешь Всё готовить. Всё, ты мне сказала. Да. А, то есть ты можешь готовить, например. И плюс... снимать это в YouTube. И ты можешь, ну не только YouTube, сейчас очень много площадок, и можно это снимать, причем как бы площадок с юмором. Приложение? Причем с юмором, да, то, что... Блин, Роберт, ты меня своими комментариями сбиваешь, я у меня сбиваешь с мысли, я не... Юмор. Я просто такой человек, если меня чуть-чуть сбить, все, я с этот, особенно сейчас, во время декрета, моя память, моя концентрация, она немножко вышла из чата. Ольга Васильевна едет, куда она едет? Ты даже не заходила кто-то, в чат. Кто-то спрашивал, общаемся мы или не? Едет, едет, в смысле? Не поняла, куда она едет. Волгоград. Нет, сейчас мы не общаемся, да и до этого мы особо не общались, то есть очень редко, только по каким-то поводам. Честно, как бы я, ну, я отношусь хорошо ко всем, не знаю, как относятся ко мне, но это не имеет значения, несмотря на то, как относятся ко мне, важно, как буду я относиться, важно, какие чувства и эмоции испытываю я, потому что мне с этим жить, и это моя жизнь, и то, что я, не знаю, то, о чем я думаю, то, как я считаю, я выстраиваю свое поле, свою жизнь, поэтому мне, наверное, важнее это. В чате находиться. Удивительно, в такую беспокойную беременность такой хороший, спокойный вырос. Слушайте, знаете, я сама удивлена, с одной стороны, а с другой стороны, я вообще просто благодарна, наверное, всему Богу, Вселенной, что как бы у меня... Его Вселенной, что у меня, что у меня родился здоровый сыночек, потому что действительно у меня была очень беспокойная беременность, и два раза я лежала на сохранении, потому что у меня угроза была и много всего. Единственное, что он очень активный, просто гиперактивный, у него прям из него просто эта энергия прет. В целом я была точно такая же. Я не знаю, как мои родители со мной справлялись, потому что я была супер капризный ребенок, я могла впасть в истерику, если мне что-то не покупали. Я была просто везде. У меня было просто шило в одном месте. А в целом, Роберт, конечно, не прям такой, но что-то есть у него потому от меня. Потому что я мальчик. ОВ едет Али. Ирен, что это за прикол? Я не поняла, почему все пишут, что к нам кто-то едет? К вам едет смерть. Роберт, есть соцсети или рано? Нет, пока нету, но многие писали, создайте Роберту канал, пусть он... Знаете, если создать ребенку канал, вот фиг знает, что он там будет вообще будет снимать, истерики. И что будет будут истерики. Ну, короче, нет, у Роберта пока ничего нет, но я ему предлагаю... Потому что телефона нет, вот именно. Ну, это тоже, но это чья вина? Тут ты должен... Твоя. Ты должен вынести... Ты не забрала у меня телефон, когда я в ванну ходил, твоя вина. Ну да, действительно. Но она едет, ты что, не понимаешь? В смысле, нет, я не понимаю. К тебе едет смерть, понимаешь? Только приедет через пару лет. Заставляешь Роберта заниматься летом? Когда мы были в Москве, Маркус его заставлял, да, заниматься. Ну, сейчас пока вот как началась вторая половина лета, наверное, больше сейчас будет отдыхать. Уже ближе к школе мы будем уже там вспоминать все знания и уже подготавливаться. Более усиленно. Что вы за бред пишете? Я тоже ничего не понимаю, если честно. Как Роберт учится? Слушайте, сколько у тебя? Две тройки, по-моему, да, было? У меня три тройки было. Нет, две. Три. По английскому и по математике, по-моему. По русскому у тебя четыре. По другим... Ну, я заходила. Я недавно в Мэш заходила, смотрела, да. Он закрыт. Маркус хорошо к Роберту относится? Расскажи, как тебе Маркус относится. Просто многие беспокоят. Очень ужасно, прям очень ужасно. Я прям, у меня вот кашель уже. Простудил. Он, наверное, тебя простудил, когда выгонял в подъезд. И когда из дома тебя выгонял, наверное, тогда. А когда ты простудился? Я простудилась, когда ко мне приедет смерть. Роберт, извини, я не понимаю, что ты говоришь. Но она едет, понимаешь? Ой, господи. Не хочешь? Тебе что-то Иренка написала. В общем, да, поэтому скоро Микусе скоро 3 месяца. Я очень надеюсь, что мы сейчас приедем, договоримся обо всем. Потому что я... Ну, на самом деле сложно снимать вообще, вот если смотреть с технической какой-то части. Ну, во-первых, как бы я говорила, что мы хотим как-то побыть немножко... как сказать, в такой интимной обстановке, да, потому что многие блогеры сразу снимают ребенка. Ну, не знаю, я просто считаю, что как бы ребеночек... Роберт,
Можно тебя, пожалуйста, попросить? Я хочу просто поговорить, ты меня очень сильно отвлекаешь. Ты меня сбиваешь с каждой мысли, я не могу сосредоточиться и отвечать. Хорошо? Спасибо. Вот, то есть, когда Микуся была прям совсем маленькая, я, ну, хотела, чтобы она как бы окрепла, плюс чтобы мы побыли сами там наедине. Сейчас в целом нам уже 3 месяца. Мы уже большие, она растет очень быстро. И в целом я не связываю это как-то прям супер, не связываю с крещением, что вот, там, если я буду ее показывать, то там ее сгладит и так далее. Нет. Но просто хочется, я вот, ну, как-то чувствую, что вот нужно сделать именно так. То есть я хочу вот покрестить, потом уже как бы спокойно, как бы, да. Показать лицо. Просто тяжело очень снимать, когда ты. Вот в целом у нас так и с Маркусом было. Я же 3 года практически, 2,5, да, почти 3 года я как бы не афишировала вообще в целом отношения. Снимала. Это было супер сложно вот это вот все монтировать, чтобы не было слышно голоса, чтобы не было видно человека, потому что мы как бы и летали и отдыхать, и ездили отдыхать, и много, короче, всего было, и очень сложно было это делать. В целом сейчас происходит то же самое, то есть как-то хочется просто, ну, то, что показываешь, да, как-то не скрывать какие-то вещи, в общем, сложно это. Так, я так понимаю, вы тут сами с собой общаетесь, что вообще происходит, не пойму. Ждем пост от ОВ, опять настроили ребенка. А что настроили ребенка? Не понимаю. Вы у папы в гостях? Нет, мы в гостях у родителей Маркуса. Почему Маркус не с вами? Маркус не с нами, потому что у него есть свои дела в Москве, у него есть работа. Вот, он не смог полететь с нами, а мы решили как бы не ждать, а улететь как бы сами. Вот, вот и все. Петушиный рай там. Слушайте, у нас и здесь, ну, как бы не у родителей Маркуса, я так понимаю, где-то у соседей, вот, у папы моего. На самом деле это очень круто. Это самые классные будильники, которые могут быть. Правда, они начинают звонить уже в 3 часа ночи. То есть реально петухи начинают в 3 часа ночи уже орать. Но в целом ты уже там часам к 8 раскачиваешься и просыпаешься. Когда свадьба? Слушайте, я не знаю, мне кажется, этот вопрос не ко мне. Свадьба тогда, когда мне сделают предложение, тогда, когда я скажу «да», и тогда мы уже совместно решим, когда свадьба. Как вам новая свекровь? Слушайте, у нас замечательные отношения. В целом мы с Маркусом уже почти 4 года. Но мы не сразу прям познакомились с родителями, я не помню, по-моему, через полгода или, может быть, даже чуть позже. Вот, но в целом у нас хорошие отношения, мы друг друга прекрасно понимаем, мы там гостим друг от друга, наши родные друг у друга гостят, но в целом, не знаю, за 4 года не было каких-то вообще, да не то, что не было, вообще ни одной конфликтной ситуации не было, поэтому солнышко, слово «паразит» в целом, да. Да, у меня на самом деле очень много слов-паразитов. Я горжусь собой, что я избавилась от мата в своей речи практически. Ну, сколько? 6 лет, наверное, я не использую мат в своей речи. 7. Ну, почти. Ну, короче, 6-7 лет. Ну, по-моему, 6. Вот. Но слова-паразиты у меня остались. Есть над чем работать, это хорошо, потому что не бывает. Паразит — это не мат. Не бывает идеальных людей, но круто, когда есть куда стремиться. На кого похожа Мика? Это очень сложный вопрос. Потому что да. мне порой кажется, что она не похожа ни на меня, ни на Маркуса, ни на его родителей, ни на мои родителей. Иногда мне кажется, что она похожа на него, иногда мне кажется, что она похожа на его отца. Короче, это очень странный момент. И еще один момент, не знаю, у кого-то было такое или нет, вот напишите, глаза хамелеон. Не буду говорить, какой цвет конкретно, но... Они меняются. Но они меняются. Это очень странно. Просто я сначала думала, что многие детки рождаются там с разным цветом глаз, и он может потемнеть, посветлеть. Но смысл в том, что у нее не темнеет и не светлеет глаза. Но просто они, меняет цвет, прям, например. Они постоянно меняются. То есть бывают, например, на солнце, да, они становятся более яркими, один цвет с другим смешивается. Потом, когда, например, темно, он бывает вообще другой, то есть дает какие-то другие оттенки, и так постоянно. И мне говорят, что он уже не изменится, а вот он так всегда будет хамелеоном. Не знаю. Главное, что не на УВ, а то она говорила, родится у тебя дочь, похожая на меня. Ну, кстати, да, я что-то такое помню, хотя я уже забыла про это. Какая у Микаэла фамилия? Меченкова. Меченкова Микаэла Максимовна. У нее фамилия ее отца.
На самом деле очень... Нет, отчество другое у нее. Какое? Максимовна, а у Маркуса Андреевич. Так я так и сказала. Очень, очень смешно получается, что у нас в семье у всех разные фамилии. У меня фамилия Астратян по паспорту. У Роберта фамилия Габозов. А у Мики фамилия Миченков. Ну, у них только получается с папой. У Маркуса и у Мики ну, одна и та же фамилия. А так у нас все разные фамилии. Я не знаю, когда мы полетим на отдых все вместе, думаю, что будет много вопросиков. Скажите Микаэле. Знаете ли вы армянский язык? Я уже отвечала, кстати, сегодня на этот вопрос. Я понимаю частично, но не разговариваю, потому что нет практики. Раньше я даже разговаривала очень хорошо на английском, такой базовый английский, не профессиональный, но базовый. Вот, например, вот, кстати, Роберт тоже знает английский. Роберт, как будет по-английски подорожник? Подорожник. Роберт, как на английском будет беговел? Беговел. Ну, весь мать, понимаете? Выпиваете вы ли алкоголь? Нет, конечно, я кормлю грудью. Но даже если бы я не кормила грудью, я бы все равно не выпивала. Не знаю, потому что... Ага, мы... ага. А сегодня ночью в 3 часа ночи кто пивка пил? Это была водка. Ну? Ну, водка не считается. Водка — это не алкоголь. Водка — это, ну, какая-то как вода. Ты просто еще маленький, ты не понимаешь. Ты вырастешь, поймешь. Там сахар есть. С папой мы, конечно, общаемся. Мы вот только у него были, гостили у папы, у Армине. Сейчас гостим у родных Маркуса. Роберт, ваша копия Алиана. Слушайте, ну, все по-разному говорят, но вот чем старше он становится, многие говорят, что он похож на моего соседа. Сосед у меня был по молодости. Такой, Ванька. Я не Ванька, я Микаэль. Ну, ты мне камеру за... Вот. Думала, что поменяются, но нет. Это вы про глаза. Моему сыну 2 года, у него с рождения трехцветные глаза. Серый, зеленый, карий. Думала, что поменяются, но нет. Вы, оказывается, юмористка. Почему на Доме 2 были только страдания? Потому что... Я объясню. Потому что... Была такая обстановка, я плюс была молодая, неопытная, много разных триггеров, провокаций. Сейчас, даже какое-то время после проекта, я все равно, у меня были страдания, у меня были... Я вам могу сказать, что у меня до сих пор бывают панические атаки, тревожные состояния, приступы тревоги. Это самое страшное, кстати, сейчас вот расскажу. Но со временем просто я стала... работать над собой, потому что я поняла, что я больше так не могу жить, я не хочу постоянно страдать, плакать, я не хочу, чтобы у меня постоянно были плохие тревожные мысли. Стала читать, стала там слушать психологов, стала различные практики проходить, стала медитировать, плюс у меня окружение очень сильно поменялось. А я нет. На меня очень сильно повлиял Маркус, потому что он ходячий позитив. У него он всегда, любая проблема, что бы ни случилось, он всегда это решает. Вот так. Для него это не проблема. И вот он очень много со мной разговаривал. Мы очень долго, у нас такие разговоры очень долгие. Мы пока не поговорим. В общем, не сдвинемся с места. Вот. Он меня очень многому научил. До сих пор он меня учит и помогает выйти из вот этого состояния, которое у меня было раньше. Вот. Так что... То есть он... Есть проблемы? Юмор, кстати, юмор вообще просто тоже очень спасает. Мика весит сейчас 5,570, ну, то есть почти 6 килограмм, нам почти 3 месяца, то есть, получается, она набрала, ну, 3 килограмма, считай, как по килограмму за месяц, ну, чуть меньше. Алян, татуаж еще до свадьбы делала, только вчера видео смотрела, так что Артемова повторяет. Что Артемова повторяет, не поняла, что это, что, вы про что говорите? Тигрица. Что я... Короче, я пока тут рассказывала, тут уже о чем-то другом, да, тема? Стали очень сдержанные. У меня утром зеленые глаза, днем серые, вечером серо-зеленые. Я поняла, значит, такое возможно, что будут глаза хамелеон. Это очень необычно, честно, если у нее правда будут глаза хамелеон, вот как сейчас. Это очень красиво. Когда покажете дочку? Смотрите, мои планы. Я не знаю, как будет, но я сейчас планирую так.
Я планирую, что через пару дней я прилечу в Москву. Мы отметим 3 месяца, сделаем, значит, там свои дела, которые нам надо. Там я заберу загран, потом мы там с квартиры порешаем и так далее. А, вот. И мы вернемся вместе с Маркусом сюда, в Волгоград, полетим в Армению, покрестим, я выложила в сторис эту церковь, это, конечно, очень, это моя мечта, покрестим дочку в Армении, вот в этой церкви, в которой крестился мой папа, венчались мои родители, это старая-старая церковь, она выдолблена из скалы, вообще просто невероятно. Вот, и после этого я планирую, что вот мы познакомимся, все, я уже не буду вот это скрывать, монтировать постоянно, вот, ну, для меня это тоже геморрой, плюс я говорила, что мы побыли вдвоем, она была еще малышкой, мы окрепли, в целом, как бы, я не вижу ничего плохого в этом, мне кажется, каждый родитель решает сам, показывать, не показывать, с рождения, не с рождения, я не связываю это со сглазом, да, то, что вот покрестим и покажем, чтобы никто не сглазил, нет, просто я чувствую, что вот мне хочется сделать так, все. У Маркуса имя Максим, это его творческий псевдоним, в целом, как и у меня. Может, вернетесь на дом 2? Да, конечно, мне кажется, сейчас мы еще одного ребенка заделаем, в целом я могу с 3 детьми туда пойти. Маркуса я оставлю дома, потому что, ну, хочется искать любовь, думаю, что на доме 2 я ее найду. Да почему я думаю, я уверена в этом. Шутка. В смысле шутка? А ты в детдом поедешь, я с 2 детьми поеду. В смысле, ты сам только туда хотел? Только что сказала с 3. Максим или Маркус? Максим. Но Маркус. Максим, но Маркус. Как справлялись с животиком у Мики? У нас было примерно 1,5, может быть, максимум 2 недели колики. Я считаю, что это недолго. И они прошли у нас вот как раз-таки в таком маленьком возрасте, потому что я знаю, у кого-то после 3 месяцев начинается. Как мы спасались? Я пробовала сапсимплекс, не помог. На потом пробовала Baby Calm, тоже не помогал. Грелка. Нас спасала только грелка, выкладывание на животик, ну вот как-то так. То есть мы кушали, я держала столбиком, чтобы выходил воздух, делала массажики, все. Вот это единственное, что... И лежал на животе. Это единственное, что помогало, потому что многие говорят, что этот период нужно просто пережить. Просто пережить. То есть, как бы, кому-то, конечно, что-то помогает, всем помогает разное, я тоже это поняла. Нет какого-то одного универсального средства. На крещение поедут все родственники? Не знаю. Если оно будет, нужно будет тоже быстро сориентироваться, потому что, тоже, видите, мы не задолго планируем это, да, а вот прямо сейчас. Если да, то да, как бы говорим, едем. Нет, нет. Маркус не то чтобы, как, он вообще против крещения, но мы с ним хотим прийти к какому-то такому компромиссу, то есть я ему говорю о том, что он считает, что дочка вырастет сама, выберет, креститься или нет, а я направляю на то, что раз так, то дочка вырастет и поменяет там свое решение, поменяет как-то, потому что Маркус сам тоже крещеный, и вот он как-то немножко сместил свой фокус в плане религии, в плане интерпретации всего этого, да, он немножко по-другому относится, он не атеист, но у него немножко другой взгляд на все это. Атеист — это кто вообще не верит в Бога, не верит в его существование, там, не молится, не крестится, не принадлежит никакой религии и так далее. Нет, у нас такого нет. Вот, и я клоню как раз к тому, что раз так, она просто, ну, мы ее покрестим, она, ну, захочет поменять свое мнение, вырастет, поменяет. Ну, я так считаю, не знаю. Квартиру на проекте я реально выиграла, да. Правда, что твое настоящее имя Алина Сратян? Да, правда, я не скрываю. В паспорте у меня так и написано, я не меняла. В целом, пока менять не хочу. Не знаю, как будет дальше, вот, но... Меченкова Алиана Максимовна. Привет Роберту из Германии. Приветики, привет из Казахстана. Мы сейчас не у папы, мы сейчас у родных Маркуса. Мы до этого были у моих родных, сейчас уже у родных Маркуса. А, нет, я сейчас не в Кировском районе, я сейчас в Дзержинском, в Волгограде. Кабоза говорит, что ты его не можешь забыть и страдаешь. Ну, конечно, конечно, я вот просто каждый день, не знаю, вы, наверное, видите в моих сторис, в моих видео, даже вот, не знаю, во время беременности, после родов уже, вот мне ничего не интересно, ребенок мне не интересен, первый, второй, там, Маркус, вообще, кто такой Маркус, он же мне вообще не муж, а вот то, что было до, то настоящее, понимаете, первый муж, вот это вот первая любовь, это вот все, я и завидую я, и ревную, и забыть не могу, и люблю,
потому что это была лучшая жизнь. Я не знаю, вот кто смотрел проект, вы, наверное, видели, вы, наверное, смотрели и думали, боже, Алиана, ты такая дура, ты такую жизнь просрала, ты просрала лучшую жизнь свою. Потому что мы смотрим и думаем, вот были бы мы на твоем месте, мы бы не допустили этого. Первый раз замуж, второй, третий, да четвертый бы пошли, пятый бы пошли, но бились бы до конца. Потому что за свое, как говорит, надо выгрызать свое счастье. Место под солнцем свое. А сейчас я уже не под солнцем, сейчас я уже в тени. Сейчас я уже в тени, нет уже тех эмоций, нет уже вот этой вот страсти, вот этого вот всего итальянского, вот этого всего итальянского вулкана. Не знаю. Ну что, ну будет мне уже 60-70 лет, вот буду умирать, буду вспоминать, буду жалеть. Ну а что делать? Ну жизнь такая, значит судьба у меня такая, вот, ну потерять свое счастье истинное. Знаете, вот как говорится, что имеем, не храним, потерявши плачем. Сейчас закончится эфир, я пойду плакать. Но вам я этого никогда не покажу, что я сильная, смелая, независимая. Ушла, так ушла, понимаете? Ну как ушла? Ну как ушла? Меня ушли. Угу. Меня ушли, я ушла. Ну. Угу, шутка. Это шутка, если что. Какая шутка? В каждой шутке есть доля шутки только. Поэтому... Доля правды. Ребенок же рядом сидит, зачем такое при нем говорить? Так я сейчас говорю так, по-моему, максимально завуалированно, ничего не, как сказать, никаких деталей не рассказывая, все переводя в юмор, наверное, мне кажется, это идеальный вариант. То есть мне нельзя рассказывать? Да, вообще с тобой шутить нельзя. Расскажи. И дышать на тебя нельзя, ты хрустальный, понимаешь? Расскажи. Была токсичной, осталась, вырасти уже. Ну, в смысле вырасти, а если не хочу расти, а если не хочу стареть? Вот хочу вот быть такой, какая я есть. Нифига себе, у вас есть время для эфира, где маленькая, почему вы не показываете? Ну, я все уже избавилась от нее. От Роберта тоже избавилась, но он уже взрослый, он вернулся обратно, понимаешь? Обратно, он знает дорогу домой обратно. Это минус большой, так что, знаете, если хотите детей... сдать куда-то, то делать это в маленьком возрасте, пока они еще ничего не помнят, не знают. Вернулся, сидит. Аляночка, супер. Хочешь покраситься в русый или каре? Тебе бы очень пошло. Я бы хотела, но я очень сильно экспериментировала со своими волосами. Вот где-то года два, наверное, 2.5, я не трогаю свои волосы. Я их не крашу, не стригу. И вот сейчас как раз они мне не особо ухоженные. По ним можно увидеть это. Ну, хотя, может, не видно с камеры. Робик, ну, не надо. Вот, не особо видно, но я не хочу их красить, потому что не хочу их портить. У меня свой цвет волос хороший. Я, скорее всего, просто подстригусь. Уберу концы. Мне, конечно, очень хочется сделать каре, но я хочу и отращивать. В общем, я как между двух огней. Я хочу и короткие, и хочу и длинные одновременно. Одна блогерша жила с мужем лет 8. Есть общий сын, тут говорит развод. Причина не смог принять ее дочь от первого брака. Она вид сколько лет показывала счастье, надо ли показывать. Слушайте, ну, знаете, я могу сказать, что... неправильно показывать то, чего нету, неправильно показывать какую-то идеальную картинку. Если не идеально, то лучше вообще ничего не показывать. Если... ну, я не знаю, я такого придерживаюсь, потому что я тоже не понимаю такого, когда люди показывают, что все хорошо, мы любим друг друга, у нас просто любовь, смотрите, мы семья, мы любим друг друга. А потом бац, развод. Ну, окей, развод бывает разный. Ну, то есть, может быть, люди просто, я не знаю, там, эмоции прошли, там, любовь прошла, еще что-то, да, и они вот тихо, мирно решили, как бы, действительно было что-то хорошо, но они как-то разговаривали, решали, это одно дело, ну, потому что не нужно выставлять все на показ. А когда, например, ситуация с точностью да наоборот, что когда там люди, не знаю, там, ругались, изменяли друг другу, били друг друга и так далее, а показывали, что все хорошо, и потом, бац, развод, вот это неправильно, я считаю. Тогда ничего не показывайте, потому что, знаете, многие парочки вообще смотрят, девушки, мужчины, там, в том же Инстаграме вот эти идеальные картинки, и потом такие думают, блин,
оказывается, вот отношения и семья должны быть вот такими ванильными, должно быть вот так все супер, никаких проблем, не, должны понимать друг друга с полуслова. И потом начинают копаться в себе, в своих отношениях и думать, что у них все плохо. Поэтому... У нас все плохо. У нас все плохо. Роберт, часто от мамы люлей получаешь? Очень, прям очень. Она прям избивает меня, спасите. Прям избивает, прям на чердак меня поднимает и избивает. Короче, от него уже серьезного ответа тоже не дождешься. Это уже, это как Маркус тоже. Что-нибудь спросишь, какие-нибудь вопросики, уже серьезно никто ничего не ответит. Но если серьезно, то его... А какой вопрос там был? Люлей получает. Больше люлей он от Маркуса получает, когда делает какие-то серьезные косяки от меня. Я, конечно, стараюсь тоже быть строгой, но, как оказалось, я не совсем строгая мама. Вот. Так что вот такие вот дела. Мам, я пошел. Угу. Так, я вроде осталась одна, и я могу поговорить на любые темы. На любые темы. Нет, когда Роберт рядом, я могу что-то обсудить, вот, например, как сейчас, там, вывести на юмор, потому что он все равно какие-то такие моменты не поймет. Вот. А, например, что-то серьезно обсуждать, конечно, ну, его присутствие я не обсуждаю. Кто-то спрашивал о том, что, а как вот, если Роберт увидит там какие-то вырезки с проекта и так далее. Слушайте, ну, во-первых, он как бы... Он подслушивает? Нет, он просто... Он мог поприкалываться и остаться. Нет. Вот. Он ребенок, естественно, он не видел, и навряд ли он что-то увидит. Даже если он увидит, поверьте мне, как бы он, не знаю, не будет после этого как-то там меня осуждать или как-то меня не любить. Он адекватный, как сказать, адекватный мальчик. То есть я уверена, то есть тем более мы его воспитываем так, чтобы он, ну, воспринимал многие вещи, как бы какие-то серьезно, какие-то с юмором, да, а не вот так, что, чтобы что-то увидеть, там, не знаю, обидеться, там, или как-то злиться, выплескивать гнев какой-то свой, ну, как бы нет. Ваш Роберт очень похож на моего сына, и повадки, и поведение. Ой, он, конечно, любит и обезьяничать, и прыгать, и бегать, я вот на него смотрю, реально, вот я в детстве такая же была. Мне кажется, что это прям вот я. Даже вот кто-то мне в директ писал, говорит, Алян, у него прям твои повадки, то есть видно в нем вот это вот, вот такое вот. Ну, просто меня до 19 лет как бы не видели, меня видели только с 19 лет на проекте, вот. Но в детстве, там, подростком я была такая. Мне кажется, вот кто меня, там, одноклассники мои там смотрят, они наверняка в нем видят меня, вот эту маленькую, когда я была. Помогает ли отношениям уехать от мужа, ваше мнение? Да я не знаю, слушайте, на самом деле, если, например, вы в ссоре, и если у вас там есть какие-то проблемы, мне кажется, уезжать или разъезжаться — это вообще не выход. Нужно решать, то есть нужно ночевать вместе, нужно жить вместе, и нужно решать это. Помогать отношениям, ну, единственное, чему это может помочь, там, я не знаю, может быть, соскучиться друг по другу, там, не знаю, может быть, как-то... не знаю, переключиться, если есть какие-то вот, ну, прям каким-то проблемам реальным, мне кажется, что, ну, каждому свое, ну, вот я по себе сужу, что нет. Сколько лет уже прошло, у нее уже новая свекровь, колите новую жену Габа, там веселее все пойдет. Разговариваешь с Либерш? Нет, сейчас нет, она просто вся в проекте, вся вот в том, что там происходит. Не знаю, конечно, лучше или хуже она сделала себе, что она пошла на проект. Я ни в коем случае не осуждаю. Я принимаю любой выбор своих подруг, потому что это их выбор. Он не может быть неправильным, потому что они приняли решение сделать так. Но я не знаю, что конкретно там происходит, потому что я не верю, что проект сможет как-то помочь каким-то проблемам, там, например, помочь помириться парам, чтобы они не разводились, помочь найти свою любовь, помочь справиться с одиночеством. На время, может быть, как-то развлечься, отвлечься, и то потом заработать себе кучу психологических проблем, что в целом произошло и со мной, но не только из-за проекта, но еще из-за отношений, которые у меня было, которые я разгребаю до сих пор. Вот как раз-таки я хотела рассказать, кто-то из вас знает, что такое приступ тревоги. Просто интересно.
А просто паническая атака, скорее всего, знают многие, потому что невроз и все остальное есть очень, очень многих людей. А вот тревожное состояние и приступы тревоги наверняка есть не у всех. Но вот я ощутила это на себе и поняла, что это хуже панических атак, и это просто, ну, трэш. Я пока еще учусь с этим справляться. Единственное, что при этом помогает, это когнитивно-поведенческая терапия. Только это помогает справиться, ну, конкретно с тревогой и с приступами тревоги. Приступ тревоги, я знаю, вот кто-то пишет, тревога — это жесть. Постоянно сталкиваюсь с тревожностью. Вот есть просто тревожность, когда, да, у вас какой-то... А есть прям приступ тревоги. Я не знаю, да, вы наверняка там видели, слышали много различных историй, там мужское, женское, может быть, еще где-то, да, что там матери, там, я не знаю, что они делают, да, там выкидывают детей из окна, там топят их, убивают кого-то, еще что-то происходит. Вот это... Ну, не то чтобы это прям приступы тревоги, нет, но, возможно, это что-то переходящее из приступов уже там в какие-то супердепрессивные состояния, состояния аффекта и так далее. 3 года в этом варюсь, тревога — это просто кошмар, да. Я заметила, что очень у многих людей сейчас, к сожалению, вот они страдают помимо физических каких-то болезней и состояний, у них еще как раз-таки вот панические атаки, вот эти тревожности, очень многие люди с этим сталкиваются, страдают, это очень сильно мешает отношениям, семье, денежному какому-то потоку, да, для того, чтобы работать, развиваться, это мешает практически всему. Не боитесь, что Роберт увидит, как вы били себя по животу, орали, что сделаете себе аборт и прыгали из окна? Неужели вы реально такая? Смотрите, то, что показывали вам там по телевизору, били себя в живот. Сказали, что сделаете аборт. Ну вы вот реально, если вот чисто адекватно рассматривать, вы реально верите? Вот вы видели это? То есть вы видели прям видео, где я говорю, что я сделаю аборт? Или вы видели видео, где я себя била по животу? Вы это видео видели? Нет. То есть, получается, вы верите словам, которые кто-то там говорил. Я не помню, кто это говорил, потому что мой мозг не запоминает вообще в целом все, что было в прошлом негативное. Я практически этого не помню, потому что мой мозг просто, ну как сказать, отторгает вот всякое негативное и плохое то, что было. Я стараюсь только вычленять позитив и что-то хорошее. Память. Так, сейчас. И... Вы верите, то есть, тому, что говорили? Кто это говорил? Ну, то есть, это говорила моя бывшая свекровь? Об этом говорил мой бывший муж? Кто об этом говорил? И тем более, видео было. Покажите мне это видео. Если это видео есть, покажите мне его. Про живот не видели, вы сидели в ванной. Видели. Не видели. Вы не могли видеть, потому что этого не было. То есть этого не было в реале, это не было в реальности. То, что кто-то об этом говорил, слушайте, говорили, что я там и бывшую свекровь ударила, толкнула в ванной. Вы это видели? Вы этого не видели, понимаете? Бородина на Тете говорила об этом. Бородина говорила об этом почему? Потому что об этом кто-то говорил.